рая Адама и Евы. Древнейший город в мире. Вот оно, сердце Дамаска, живое сердце. Эпохи и царства, народы и религии сменяли друг друга. Но это место всегда оставалось священным. Сегодня возле могилы Иоанна Предтечи можно увидеть как мусульман, так и христиан. Здесь земля встречается с небом. Сюда открыт вход людям любой конфессии. Возвращение в рай. Тайны мировой архитектуры. Фильм 3. В субботу на канале «Россия».